Мэр Нефтьюганска вышел на работу после скандала с обысками. Сергея Дегтярева подозревали в превышении полномочий и получении взятки. Напомню, 24 января сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели выемку документов в администрации муниципалитета. В этот же день глава города попал в больницу. Официальных обвинений ему предъявлено так и не было. Вместе с тем полномочный представитель президента ВУРФО Николай Цуканов попросил Генпрокуратуру проверить законность обысков в мэрии Нефтьюганска.